С 20 апреля по 10 мая в Курганской области введен запрет на посещение жителями лесов. Ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима. В этот период гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда. Запрещен въезд в леса автотранспорта. Меры предприняты в связи со сложной пожарной обстановкой на территории Курганской области. За нарушение запрета жителям региона грозит административная ответственность. Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу или лесного пожара необходимо немедленно звонить в региональную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону в Кургане 43 63 51 43 63 61, прямую линию лесной охраны 8 800 194 20 или по единому круглосуточному номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или 101.